Сильные осадки и похолодание прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в ближайшие три дня. По данным Казгидромета, на севере, востоке и в центре республики пройдут дожди, местами снег. Температура воздуха ночью понизится до 15 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут 8 градусов тепла. На востоке страны ожидается гололед, усиление ветра, а также туман.